Вы знаете, что последнее время врагом человека, его здоровья номер один, признан белый сахар. Видимо, поэтому вы ищете сахарозаменителей. Чем же заменить сахар? Я вас прекрасно понимаю, я вам дам рейтинг топ-7 сахарозаменителей, а вы выберете наилучшие для себя, но не советую полностью исключать сладкий вкус из вашего рациона. Как только вы создадите своему организму не сладкую жизнь, вы знаете, он вам ответит. Более того, я хочу вам напомнить недавнюю историю. Еще относительно недавно врагом человека номер один был холестерин. Да, он влияет на состояние сосудов, меняет их прочность. И кардиологические смерти, они 2/3 в структуре смертности в развитых странах. То есть понятно почему, но почему сегодня холестерин это уже не номер один, а как минимум номер два. Ну, видео, кстати, как использовать продукты, содержащие холестерин правильно, есть на моем канале, вы можете в удобное для вас время просмотреть. А еще относительно недавно врагом номер один был совершенно другой продукт. Это алкоголь. Я, вы знаете, частично с этим тоже согласен. Но сегодня он уже не один и не два. Я думаю, что он уже откатился туда, поближе к концу вредных продуктов. По той простой причине. Только при неумеренном употреблении алкоголь сокращает продолжительность жизни. А вот если вы используете его в оптимальных дозах, как аперитив, как разжижитель для крови, не вопрос, он продлевает продолжительность жизни. А между этими двумя состояниями находятся те, кто алкоголь не использует вовсе. Да? Не вопрос. То есть вы правильным отношением к алкоголю понимаете, как вы можете себе регулировать продолжительность жизни. Не вопрос. Такие видео тоже на моем канале есть. А еще относительно недавно врагом номер один была клетчатка. Считаю, что это балласт, который не нужен вашему организму. Забудьте про нее. Согласен полностью, только в том случае, если вы используете сырую растительную пищу. Сырая растительная клетчатка практически мало что дает вашему организму, а раздражает там желудок, поджелудочную, еще и провоцирует некоторые заболевания. А панкреатит сегодня, ну, просто не редкость. Вместе с тем, правильная обработанная растительная пища только плюс для вашего здоровья. Ну, про растительную клетчатку я чуть не в каждом втором видео говорю, поэтому те, кто смотрели их, вы уже знаете мое к этому отношение. А еще вы знаете, относительно недавно врагом номер один была соль. Да, вот та самая поваренная соль считалась белой смертью. В одном из советских фильмов сахар был прозван сладкой смертью. Помните, Людмила Гурченко об этом сказала. Реально, при пересаливании резко увеличивается объем крови, нагрузка на сердце. При недосаливании, когда вы исключаете соль вовсе из своего рациона, вязкость крови, тромбозы, эмболии. Вы знаете, во всем нужно иметь чувство меры и знать его. Поэтому такие видео тоже можете найти на моем канале. Кстати, кто подписался, не вопрос, вам будет проще, потому что все новые видео вы будете уведомления о них получать себе в почту. Если не подписались, подписывайтесь, не стесняйтесь. Каждый день десятка, полтора, два новых подписчиков на моем канале появляется. Знаете, не самый плохой канал по здоровью. А сейчас, собственно, сахарозаменители. Ну, на первое место по вредности я бы поставил синтетические сахарозаменители. Несмотря на то, что они в 400 раз слаще сахара. Несмотря на то, что они калории имеют 0. То есть фактически вроде как плюсы. Капельку добавили, сладость неимоверная. Положили, а калорий нет, можно не считать в калорийности рациона, можно снижать вес, не учитывая эту калорийность. Но частенько вызывают онкологию. Есть такие исследования, поэтому думайте, я, знаете, так вот, береженого Бог бережет, поставил его на самое последнее место по использованию. На второе место с конца я бы поставил натуральные сахарозаменители. Да? Они примерно раз в 200-150-200 раз слаще глюкозы. Калорий тоже 0. Больше того, они приводят еще к другим эффектам. Чаще всего они содержат сапонины. Сапонины, раздражая пищеварительную систему, не дают всасываться тому, что там есть. И фактически обедняют ваш организм. То есть, казалось бы, внешне, да, в системе похудения это ж находка. Сами по себе калорий ноль, да еще и утащили часть пищи, снизили калорийность. То есть меньше всасывалась кровь, соответственно, человек будет худеть. Вопрос, он худеть должен на правильном питании, а не в голоде.
Это имитация похудения. Вернее, похудение это будет. Но клетка-то голодная. Она работает круглые сутки. Если вы ей чего-то не додали, так она будет барахлить или болеть. Зачем вам это надо? Часто, кстати, их используют в системе контроля сахара в крови. Да. Так как вы понимаете, сахар из кишечника не всасывается, в крови вы его в большом количестве не найдете. И это имитация лечения сахарного диабета. Но очень легкий путь попасть в кетоновую кому. Потому что вам нужен не уровень сахара в крови, а вам нужно обеспечение работы клетки сахаром. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Поэтому такие растения, как солодка голая, виджайсар, стевия, не советую их использовать длительно в своем рационе, в своем питании или в своем лечении. Потому что вот эти негативные моменты, их очень сложно скомпенсировать. Поэтому проще их избежать. На третье место я бы поставил известные вещи сорбит ксилит. Да, диабетчикам тоже их часто заменяли, потому что по сладости они напоминают сахар, по калорийности находятся где-то рядышком. Вот. Но единственное, что их ограничивает, такое широкое распространение, широкое применение, это все-таки они оставляют свои следы в организме, поэтому чаще всего их используют не в питании, а в лечении, скажем, для того, чтобы сделать слепое зондирование. Потому что они еще обладают таким желчегонным, а соответственно и слабительным эффектом. Но они стоят на месте 3. Ну, на четвертое место я его поставил близкого родственника белого сахара. Это сахар коричневый. Ну, отличие между ними простое. То есть в производстве сахара вначале идет вытяжка из того, что находится рядом с сахаром. Потом убирается патока, отбеливатель и пошел белый сахар. То есть понимаете, что патока это не самое вредное, что было в сахаре. Ее очень часто используют. Это реально наиболее часто использование кондитерская промышленность. Поэтому там это плюс. Но вы знаете, когда его патоку оставят в белом сахаре, будет коричневый сахар. Тоже хороший плюс. По калорийности, как вы понимаете, не отличаются. По полезности отличаются, потому что витамины, микроэлементы, которые здесь есть, это уже плюс в рационе питания. Поэтому такой сахар, ну, уже условно полезный. Но все-таки еще не самый полезный. На следующее, на пятое место я бы поставил фруктозу. По калорийности то же самое, что и глюкоза. По сладости раза в два слаще. Но вкус, конечно, специфический. И вот тут вот я бы не советовал тоже длительное время использовать. Почему? Потому что мало что вы в этом выигрываете. Потому что фруктозу вы должны понимать. Фруктоза в принципе используется в организме как фруктоза. Только в одном случае, когда она идет перед едой. Когда она идет фактически на голодный желудок. Вот тогда она всасывается в кровь. И печень, как самый такой сахаролюбительный орган. Она очень хорошо любит сахар. Кстати, так же как и мозг. Но она берет первый. Вот здесь печень заберет всю фруктозу на себя. И использует свои энергетики. То есть это плюс. С другой стороны, конечно, если фруктоза пошла во время еды, то толку от нее будет мало, потому что она перерабатывается в печени в глюкозу и дальше уже идет как глюкоза. Поэтому тут такой момент, он присутствует. Поэтому, скажем, у меня к фруктозе не самое теплое отношение, хотя я понимаю, что по сравнению с предыдущими позициями лучше так, чем по-другому. На следующее, на шестое место я бы поставил мед. Ну, вы понимаете, мед это 50 на 50 глюкоза и фруктоза. Да, конечно, там масса полезных веществ. Но все-таки эти полезные вещества в большей степени оказываются в пользу при приеме натощак. То есть, стоит вам мед использовать просто вот между едой, как прием пищи, вот здесь уже сложнее будет. По той простой причине, мед обладает мягкими желчегонными свойствами. И при регулярном использовании можно... Ну, скажем так, нарушить систему пищеварения. Можно элементы какого-то слепого зондирования получить. Но мед, в принципе, это здорово, это классно. Это глюкоза и фруктоза 50 на 50. То есть, в принципе, для здоровья хорошо. Но только перед едой. Только натощак. На следующее, на седьмое место я бы поставил фрукты. Ну, как вы понимаете, там сахара разные. Там сахаров много. То есть, шведский стол из сахаров. Плюс органических кислот много, то есть тоже как источник энергии великолепно. Плюс полно витаминов, микроэлементов. Единственное, что если это ягоды,
То есть, когда вы сок получаете во рту, не вопрос. То есть, в свежем виде можно есть, никаких проблем нет. Если это более плотные фрукты, все-таки какая-то термическая обработка должна быть. Так вы больше полезных веществ получаете в свой организм. Поэтому, по большому счету, фрукты лучше использовать для здоровья. Почему? Потому что они, ну скажем так, богаче по составу. Потому что чем богаче пища зашла в ваш организм, тем вам лучше, тем проще вам сбалансировать рацион. Но, знаете, все-таки я бы советовал вот просто понимать, что исключать сахара нельзя, особенно прекрасной половине человечества. Потому что мозг женщины очень любит глюкозу, очень любит сладенькое. Но сладенькое любит не только по вкусу на языке, но и глюкоза должна реально попадать к мозгу. Поэтому фактически позиции от четвертой, то есть начиная с коричневого сахара, это уже не просто удовлетворение тут через вкусовые рецепторы языка, удовлетворяя мозг, но еще и мозг получает реальные калории, реальную энергию. То есть это в принципе здорово. Но тут важно понимать, вот почему ставят фишки вредно, плохо. Потому что не умеют правильно использовать. Потому что когда все выше обозначенные продукты, кроме фруктов, попадают после еды, здесь возникает проблема, то есть это уже избыточные калории. Фрукты, их можно использовать кисло-сладкого вкуса как до еды, как аперитив, так и после еды, как поршень, который протолкнет пищу по кишечнику. То есть тут в принципе лучше. Во время еды сахара, конечно, идут как сахара, и вот тут неважно уже какой сахар вы положили, то ли это будет фруктоза, то ли это будет мед, то ли фрукты. Первые порции сахара пошли, печень использует по своему усмотрению, дальше все перерабатывает в глюкозу. Поэтому тут нужно просто думать. Но без сахаров нельзя, еще раз скажу. Без сахаров нельзя. Имитация, когда сахарозаменитель не несет в себе калории, это всегда плохо. Потому что сахар в принципе в обмене веществ это номер один. 60% энергетики здорового организма ориентированы на глюкозу. 30% на жиры. И только 10% на белки. Поэтому нужно понимать, что контролер по входу сахара в организм – это не глаза. Что вы видите продукт, вы не знаете, сколько чего там и как. Это не обоняние, это все-таки язык. Когда через язык проходит реальный сахар, а дальше попал в кишечник, переварились продукты, сахар попал в кровь, вот тут мозг получает полное удовольствие и выходит из состояния депрессии. Выходит из состояния стресса. Стоит вам убрать сахара из своего рациона, и очень легко прекрасной половине человечества попасть в депрессию. Сильная половина человечества переходит на продукт распада сахара, называется алкоголь. Пытается таким антидепрессантом ублажить свой мозг. То есть вопрос в чем? Тут нужно просто правильно это понимать и правильно это использовать. Потому что в принципе сахара есть, сахара нужны, потребность в сахарах выше, чем в любом другом компоненте, несущем энергию, потому что потребность в белках в среднем 1 грамм на килограмм веса в сутки. Потребность в жирах примерно тоже 1 грамм на килограмм веса в сутки. А потребность в углеводах от 4 до 6 грамм на килограмм веса в сутки. И вы должны понимать, что эту потребность нужно удовлетворять, только удовлетворять правильно. Только вы замените все сахара, которые есть в вашей пище, на сахарозаменитель, на первые там, 3 позиции, у вас возникнет проблема. Клетки энергию откуда брать надо, а тут же переходит на жиры, на распад белков. И утилизация жиров и белков это очень дорогое удовольствие, потому что при полном расщеплении образуется много токсичных веществ. Ацетон, бета-оксимасляная, ацетоуксусная кислота, мочевая кислота, это, мягко выражаясь, не сахар. А из сахара углевод образуются углекислый газ и вода. То есть угольная кислота, которая легко распалась, углекислый газ ушел, вода осталась в вашем организме для того, чтобы выводить еще какие-то обменные шлаки. Проблемы нет. Поэтому нужно просто понимать, что если вы попытаетесь все сахара заменить на сахарозаменители, особенно первые 3 позиции, у вас возникнет ситуация, когда обмен веществ начнет изменяться тоже. И в вашем организме пойдут нежелательные последствия, потому что переход на жиры – это атеросклероз сосудов и кетоновые комы, переход на белки – это подагра, как минимум, и почечная недостаточность через мочекаменную болезнь, а начинается с солевого диатеза.
Поэтому вот эти вот все вещи нужно просто понимать и правильно использовать сахара в своем рационе. То есть, если вам хочется сладкого, а понимаете, что вы можете переесть, ну, дольше держите сладкое во рту. Пусть рецепторы языка дают команду мозгу, что да, все нормально, сахара идут. А по сахарам, я понимаю, что если у вас чрезмерный аппетит, да, вы съели их меньше. Не вопрос. Темп попадания калорий в ваш организм уменьшился, и вес начал снижаться или не набирается. Потому что когда у человека чрезмерный аппетит, самый лучший вариант – это съесть что-то сладенькое. Поднялся сахар в кровь, аппетит исчез. Вот на этом фоне кушайте более долгоиграющую еду, заполнили свой желудок, положили туда какой-то кусок нежирного мяса или рыбы, положили какой-то овощной гарнир, да не вопрос. Место занято, желудок растянут, чувство голода не появляется. А эта пища будет перевариваться относительно долго. И лечение ожирения или снижение веса уже пошло. Понимаете, то есть тут все правильно, тут никаких проблем нет. Попробуйте сходить в тренажерный зал, позаниматься спортом, пойти покопать землю на родительском огороде в голодном состоянии. У вас долго это не получится. Получится только в одном случае. Если ваша печень, жиры и белки начнут перерабатывать сахара, чтобы вы могли работать. Но вопрос, зачем вам это надо? Зачем вам нужно старение вашего организма провоцировать печень на это? У нее других функций, думаете, нет? У нее других забот нет? Ее основная задача сделать несбалансированный ваш рацион более сбалансированным. Если там есть углеводы, да не вопрос, хай себе идут к клеткам. Пусть клетки используют их в качестве энергии и выдают вам нетоксичные продукты жизнедеятельности. Легче же так жить, так лучше. И проблем меньше, и болезней меньше. Поэтому, вы знаете, сахарозаменители это здорово, но очень важно использовать правильное питание. И правильно использовать углевод, содержащие продукты в своем рационе. Тогда и проблем будет меньше. И желание изменять резко свой рацион, переводить как-то с одного продукта на другой, у вас будет меньше. Потому что вам будет проще составить сбалансированный рацион питания и жить на нем спокойно, а клетки при этом будут оптимально хорошо работать. Без экстрима и без оглядки, когда же это придут эти сахара, чтобы их расщепить и безотходную энергию получить. Вот. Поэтому, если вам нужно правильное питание, вопрос, контакты вы видите, обращайтесь. Видео, пожалуйста, они в открытом доступе. Смотрите подписчикам канала, напомню. Проще это сделать. Если вы считаете, что это видео полезно будет не только вам, ну, отправьте его своим друзьям, знакомым, поделитесь с ними этой информацией. Пусть они тоже посмотрят. Потому что, вы знаете, все-таки мнение о том, что сахар нужно чем-то заменить, есть. Вопрос, чем, вы уже знаете. Ну, а я подумаю, какое еще видео написать для вашего здоровья и активного долголетия. Хочу вам напомнить, знаете, как я многие свои статьи заканчиваю. А теперь и видео. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.